Без русских пулей, которые у нас там. Да, блядь! Да, блядь! Там даже что-то ну там эти блядь волосы красят, второй мяч, блядь, пили делают нахуй. Бабы, короче, да? Ну что, у нас из трех вратарей, из пяти вратарей трое, блядь, сами так делают. Один синий, двое красят. Место. Ну, уже ушел, хоть мне там и говорят, да вот пока молодые пусть делают. Да, я говорю, ребята, я говорю, научно доказано, пидорасами рождаются, лесбиянками становятся. Это доказано научно. Если бы я, опять же, как он голову себе покрасил? Сам он этого не сделал. Это мама сделала. Началось, началось. Кто? Опять этот... А, Чума же не играет. Чума же не играет. А кого же вместо Чума поставили? Ну, в Нелицкий центре играет и этот, как его, Усольцев. А, Усольцев? Давай, побыстрее! Ну, тут в Пулисе играли более-менее нормально Марат. А вот этого, который ты сказал, Синников. Потом Родион, Костишин, вот они, а, ну Алексей. Вот их там четверо-пятеро было более-менее. А нихуя так полис, они просто так забили, да? Уровень растет, вратарей уровень растет, как бы. Раньше-то любой, в принципе, а бросок. Тренер там неплохой пацан, кстати, тренер вратарей. Он на этом видео прошел, как видок. Он сухой. Сам вспомню, там любой наброс потенциально гол был. Да. Сейчас да, уже да, такая не залетает. Нет, сейчас уже такой не залетает. Редко, ну точнее залетает, но очень редко. Тренеров не осталось в улице. На хуле Саня Розенкрун, но лучше Саня. Все, больше нет тренеров. Ну тут же трафика не было, тоже зря, блядь, бросал. Да, уже все ловят, все уже не прокатит. Нахуя ты это сделал? Просили, могли бы сейчас две дать минуты, конечно. Нахуя, бля! Не, он все со своим бросочком коронным. Он уже давно не работает, блядь. Ну, блядь. Да нет, тут надо было просто смещаться немножко. Ну, да. Перед ним защитник, а он зря в него просто. Вот сейчас начинает этот, блядь. Тимур, бля, хуйня. Саня, если что, ведется видеосъемка, так же. Где? А, так что это то. А то я помню, как ты в прошлый раз прокомментировал. Да, я вот предупредил. Сейчас предупредил. Я уже наговорил, блядь, 15 лет. Вырежем, ладно. Гутик. Ну, опа! Ой, блядь, не успел. Не успел, подставлю. Там плюшку подняли. Макар. Ну зачем ты сам ползешь туда? Туда? Да ёб твою мать, бля. Че, неужели? О, Макаров, видишь, бегает, видишь, стоит Макаров. На вершине стоял один. Это бред. Это Гутик. Лови. А че вы пятитесь? Саня подразмяться. Молодец. Ты ж Санек не жадничай. Пас! Молодец. Бросок! Хорошо. Своего, блин. Ну ничего, ну как. Как дошла, там дорабатывает. Они с этими палками играют? С деревяшками? Ну,
Коляну тяжело. Коляну тяжело будет, конечно. Три периода по 15 бегать, это без смены кто. А кто еще сказал, что перерыв будет? Он будет сидеть собой. Он не будет спать на голову. Двух сразу, блядь, есть. Хорошая. А своего опять, да что ты? Тоже, блядь, выйди. Бросай ворота! Молодец, хорошо. Не принял. А проброс будет. Кто у нас? Нет, он не принял. 78-й. А, дедов. Дедов. Второго состава ты буду не гони. Они вот синие пересекли, все, они вообще не поняли. Ну, игра-то разная. Наш первый состав жадина, потому что они по залупе свои жадины. По залупе. А те по принципу, по-другому пока не умеют. Вот они здоровый класс. А нет, другой. Вот 90 какой-то. Этот еще уже что ли? Смотри. Давай. Принимать надо! На вторую не может принять. А вон один. О! Видишь, бросок. Что-то вратарь в другую сторону покатился. Я думал, в уголок пошла. Ты видел, вратарь в другую покатился? Да. Если бы попал бы в ворота, то попал бы. Вот он, Глеб, ёп! Назад! Перекрывай его, блядь! Смотришь, едешь, блядь! Если бы не жадничал, сразу отдал бы туда. Конечно, что-то было. Нет, я говорю, если бы ты его туда отдал сразу, что-то было бы. Ну, бросочек был бы нормальный. Да. Видишь, что говорят? Там все вижу, но не даю. Вот, Захар, видишь? Захар. Мы два раза разрешили сбегать на падение. Он побежал дальше. Все. Ну, что, закрой! Посмотри! Некогда. Ёп! Пас! Короче, молодец. Он выше, по-моему, просто прошел. Не, он что-то подобил, по-моему, да. Молодец, сука! Ну! Отправляем. Низом. Отправляем. Смотри, аккуратно! Отдай! Там никого, ну, блядь! Сакар! На Егора надо было возвращать его. Да, или он Ваньке там, Ваньке. Да, но не надо было бросать. Но, назад! Егор, посмотри! Да, его! Вот твоя! Ну, играй! Дай сало, ну ты чё, блядь? А он бежал, но он взял туда, но спустился. Егор, смотри! Давай, Егор, посмотри! Но! Самоотверженно. Пас дай! Сейчас пойдет. Никита. У него получилось один раз. Передачу не дали, хорошо. Хабаров.
и все, его подносит. Нет, он, видишь, он борец, молодец, он бьет, он на поле стоит, все хорошо. Но есть же моменты, что можно отдать. И это будет красиво, это будет КПД лучше. О, там Егор! Егор же, да? Бля, нет? Да, она уже вторая звено играет. А, это уже, я тут показал, просто маленький вижу, я не знаю. Это Попович. А, ну да, свинились. Дай, дай, че! Ну дай тебе цепи! Давай, Дима, пошел! Давай, твое, Дима! Смотри! Да, Дима, блядь, зачем, блядь? Ну вы же не знаете установку тренера, вы че орете-то, блядь? Он, может, сказал, заходить в зону бросать, идти добивать, блядь, а вы тут специалисты все, блядь. Ну мы-то от себя. Ну, так себе. Орать-то не надо. То у ребенка, ребенок выполняет это, установку тренера. Он не слышит, да. Если бы не существовали Влада, тебе... они бы вообще не... они бы уже чемпионами были. Я тебе скажу так, я вот сколько сужу футбол, там, волейбол, блядь. Вот как судья, я все, блядь, слышу. Ой, давай, блядь. Давай, все! Потому что всех это херососит, блядь. Ну так, а это что? А он что делает? Что бы положительного сказал бы, вопросов нет. Смотри, отдать надо. Ну, уже отдавать. Опа! Кто? Молодец. Ну, если бы не Влада слышали, они бы уже поехали на кубок 3 кика поехали. Если бы они слышали Влада, мы бы играли только в UHL здесь внутри. И ДФО даже не было смысла ехать. Это смотря в каком состоянии Влад. Так, в обычном своем синем тракторе. С трех ночи, да. Так ты вози всегда с собой огурцы, Влад. Я не знаю, почему ты не заряженный. А что, по соточке есть, огурчиков нет? Он принципиально, видишь, как без огурцов не хочет. Подожди, на это хуйня. Ну иди бутерброд возьми в аппарате. Кстати, да. Там с огурцами, кстати, есть. Да, да. Там с маринованными огурцами есть. Что, штану, что ли? Да, да. Да, там, я уже знаю, там в бутерброде соленые огурцы есть. Это значит, у тебя маленькая жизнь. Вот в этом. А там, блин, в автомате. Там, блядь, плесень снимается. Не знаю, мы берем нормально. Ну когда? Когда сюда приезжал. Да, да. У меня Катюка, малые любят эту хрень. Да. Они свежие. Просто как раз с огурцами они не едят, и когда попадается, я доедаю. Поэтому я в курсе. Поэтому, я в курсе именно промаринованные огурцы. Да, блядь. Да, 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 да. Да не, они здесь нормальные, они свежие. Саня обзвонил. Саня, вспомни, вспомни. Он какая-то, ой. Кто не занимается? Натурально. Мы, конечно, это установка тренера, но они так занимаются тренером. Суетятся лишнего много, надо забить. Забить не могут, это вот плохо. При 5-0 бы играли по-другому бы. Вот видишь. Там... Ты помнишь, когда 24 там один раз это, в Приморье расстался? 27. Игра это все по-другому. Ну, потому что игра шла, блин. Давай, 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 они сразу пошли. Нашу пятерку завалили. Давай, как-то. Пошли! А есть... Пас, ну! Бам! Ну, ну понятно, не что. Пас, не, пас, нет. Не, ну другое, ну смотри, это должен был подправлять, кто там на пятаке был, Дедов. Дедов. Должен был что-то подставлять, там, колено, ногу, блядь, клюшку, голову. Грамотно. Ты уже слишком тонкий, блядь, какие от них требуешь? То, что подожди, в створ попал, уже ништяк. Ты подожди, он только в 3 часа ночи закончил стратегию, блядь. Да, у него сейчас продолжение, а ты начинаешь, блядь. Он только в 3 часа ночи закончил. У него вторая серия. Да все, успокойся, шампанское. Да внуки через тряпку бросать, блядь, ебаный рот. Пойдем, пускай, все так, как мы уйти. Тебе надо сюда, что шампанского, блядь, или крем-брюле, блядь, и все тебе горят.
Ну, правильно, это втихаря душил свой лимончелло, наверное, в одинокого, блядь. Только алкаш, блядь, я понял. Мне, чтобы успокоиться, долечь спать. Да, был, конечно, блядь, я понял. А, трактор проебал. Да. То есть ты помнил, да? Ну! Трафик был хороший. Все, блядь, а. Сейчас, трафик, сейчас двое, хорошо вратарь закрыли. Порядке, вратарь в порядке. Броски-то, блядь, так себе. Ну, понятно, ну тянет. Раньше и такие проскакивали. Не, ну, блядь, скажу уже. Уровень вратаря-то изменился, вратарей в целом. Ну, опять открытый бросок, блядь, ну. Я бы на Ваньку передал. Ванька под пустой стоял. Давай, 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 давай! Ну! Ну! Ёп! Блин, это не ори ты, блядь! Мне тебя забивать надо. Спокойно. Спокойно! Дальше! А проще можно? Зачем умничать, а? Второй раз, блядь, удаление не дали. Была, конечно, подножка. Была, была, была. Ой-ой-ой. Отбой. Блядь, скучно. Давай, 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 давай. У тебя что, зрения нет? Блядь, там же пустой угол был, а у него другой был. Уже пора, Захар! Захар, не суетись! Слушай, вот эти передачи в метр, блядь. Вообще непонятно. Ты кому? Вот там бы так, да, сейчас 75. Да, да, и могло бы что-нибудь, да. Вот двигай ножки, мне не надо в сторону, ногами добавить. Ну, о! Ну! Ой, хорошо! Гоу, гоу! Стой! Марат отдал наконец-то, Марат наконец-то отдал. Галенков подправил. Да, да, не, хорошо отдал он, Марат. Да, на самом деле, Тимур молодец, то, что ногами добавил. Да, да. Если бы не добавил, блядь, отдавать было некому. Он добавлял хорошо, иначе бы некому было добавлять. Да. Видел, как он несся туда? Ну, свеженький. Они как раз на пересменке, видишь, центр такой поменялся. Нет, Тимур молодец, тут прочитал. Тимур бы, если бы туда-сюда сбегал, он уже так бы не побежал. Да, да, да. Только свежий выскочил, видишь. Он просто на свежачках. О, вот она, еще одна. Ну, шайба за период, это, конечно, не показатель сборной. Да, ну, что так, реализацию надо подтягивать, что, в принципе. Переигрывать, а переигрывать. Ну да, реализацию надо, как обычно. Да не как обычно, у нас обычных моментов не так много. Это, да. И здесь ты противник дает играть. Согласен. Хорошо! Ой, блядь. А Степа бросал. А мне показалось Степа. Ну, давай! Это просто в Биробиджане. А, это был Биробиджане. Я понял тебя. Да, 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 я понял. Вот я понял. Дали! Дали, дали! Ой, для гол! Ай, надо так делать. Вратаря нет, смотри. А он за клюшкой. Вот он шел, да? И три пятерки есть, пацаны.
Ну, у них может быть 11-й год здесь тоже есть, потому что 11-му можно играть. Они могли объединиться. Мы один забрали первый. Да. Вообще не умно. Ну конечно, три человека. Да вы, блядь, вы половину пасов то что орете, дайте пас там вот такие моменты. Все закрыто. Ох, хорошо. Да не ори ты мне в ухо. Зачем вот сюда? Там же свободнее идет игрок. Ну вот. Ну он пытался в касание дать здесь неудобно. Саша, блядь, свои финты вот эти понты. Да мы тоже пас дали. Саня, молодец. Давай, 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 давай. А некому на пятаке. Саня, молодец. Смотри, разыгрался там посидел. Борис! Борис! До конца! Пас! А, никуда, вот вот бы там. Давай, 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 ножками торбяйте! Ну что здесь? И что этот метр был? Опа! Да. Отдал ответственность Просочек. Торбееву, видишь. А он у него в гостях был, поэтому он ему это предоставил. Слышь, видимо, неплохо твоего кормили метр было. Пас отдал. Я на запустил, пошел практически. Ой-ой-ой! Отработали, отработали нормально. Ну зачем? Офсайд. А, он сам зашел. Там даже не только что он сам, там вот парни заехали. Вот там параллельно, да. Там же по правилам, если ты, короче, шайбы контролируешь, ты можешь сам заехать в зону, а шайбу потом завести. Но если она у тебя на крюке, вот как вот он ехал. А то, что там парни заскочили, вот. Это уже пиздец. А это, да, офсайд, это из-за этого. Ёпта, блядь. Это кто должен покупать? Тиков, блядь. Папик подзатыл. Конючки? А, папа горло не помазал? А, видно, что не помазал, даже не орёт через него. Он обычно, когда сыночка на льду, он визжит аж, блядь, это. Блядь, теперь непомазанной глоткой боится. Заклюют меня нахуй, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Назад! Вижу, под ускориться полисянин не может. Глеб тут! Не сваливайся, Глеб! Никита, Никита, блядь! Смотри, смотри! Вот она, но! Не очень удачно. Давай, давай, Егор! Гол! Хорошая девятка была, хорошая. А он их расшнуровал здесь хорошо двоих, и девяточка красивая. Ну, вот в этой ситуации как раз Кусольцев был на дальней тоже. Если бы не забил бы, у меня были бы вопросы. Если бы не забил, да? Не забил бы, были бы. Согласен с тобой. Забил, не, ну забил, вопросов нет. Кусольцев на дальней стоял, можно было дать, да. Это чисто то, что он забил, его спасает, чтобы батя ему сегодня супа нальет. Он суп не любитель, а на это. Хот-дог куплю, так вот. Егор, ну получает, он видишь. Тренер тоже это увидел. Что? Слушай, ну я-то, блядь, хоть и волейбольный тренер, но так видение-то похоже. Да ладно, не блатуй, блядь.
Я сейчас просто работаю уже, блядь. А, ты на камеру? Да. Ну что, может, наймет, да? Дети 2012 года, приглашайте с бусуками, волейбольная команда. А, можно? А, нет, 10-й год у меня, 10-й, 11-й. 12-й тоже приветствуется. Так что, Дэн, вези Макара. Команда собрана, не хватает Макара нам. А, на волейбол? Ну, 10-го же. А, ну да. А у тебя да там уже куда я из этого самбо хрен выдернешь, ты че, ё-моё. А, ну да, он там уже... Саня, бери кепку, а, пожалуйста. Раненый борец. А кто в школе сейчас в этом преподает? Самбо. Который преподавал? У меня СС просто не пошел. Его! Только что пихарей получил? Ну только что, да. Да, сейчас вариантов не так много было, на самом деле. Ну, только да, защитники. Ну, почему он набросался? Все, заходи, заходи! А некому. Егор сзади, это не такое. Ну! Давай, давай! Ну, сыграй! Посмотри! Посмотри! Двое, смотри. Вот, ну, молодца, давай! Ой-ой-ой! Нормально, наконец-то бросили нормально и трафик создали. Там по-взрослому, ты че, там берятка такая, что... Смотри! Тимур! Смотри! Переводи! Марат! Марат, смотри! Защиту! Думай быстрее! Думай! Вот! Дима! Не получилось там работать. Марат! Думай! Маратик с двумя там тоже ему тяжело, бля, так. Ой, молодца. Ну, смотри. Ну, свой пас отдал, бля. Чуть авто не закатали. Хоккей же нет автоголовы. Да. Ну, типа. Ой, записали бы на Марата вы что. Переведи! Вот, браток! Не надо бросать, на него игрок идет. Ну! Борис! Так они в строем там. Там бедный кузнечик наш, блин. Вот, дай! Степа! А теперь беги! Беги назад! Бежит он, блин. Санька пригодился. Размялся хоть манюнька. Давай! Вдвоем. Заходим так. Давай ножки. Да, хорошо. Тимур опять, молочек. Тимур закрывал, видишь, пытался закрывать. Он молодец, ножками опять добавил. Ну да, смотри, второй раз, блядь, хорошая такая опция. Раньше... Он тему понял, что ногами. Ну ты знаешь, я вот еще даже в Биробиджане не припомню таких действий, чтобы кто-то на ногах. Видимо, новый водный. Ну, наверное. Или может водные были, только дошло только, знаешь. Может быть, просто уже другой немножечко. Да. Хорошо, ну, это видишь, маленький, быстро с земли доходит, а это. Саса! Да, поинтереснее был бы Тарвеева скидка. Он хочет день рождения сегодня подарок. А что, у него днюху, что ли? У меня моей мамы день рождения, и у Сашки день рождения. Блядь, придется шоколадку ему отдавать, ладно. Ой, ветерся. Тоже хочется. Ну, опять же, видишь, трафика не было. Вот бросок-то хороший, вопросов нет. Не попал. Ну, уже, видишь, мимо ворот. Да, я к тому, что уже прямые редко залетают. Вот так, чтобы... То, что вот когда Захар забивал, там двое толкались на пятаке. Да, было закрыто. Да. Бросок-то хороший, вопросов нет, блядь. Ну, если был открыт... Если открытый бар была ухой бы... Ну, ты же там как батя вратаря. Да. Нет, спору нет. Без трафика смысла, да. Без трафика смысл бросать вообще немного. Так просто. Это так, желание. Да. Ну, надеяться, что вратарь там лаганет, но это, блин, чем старше, тем сложнее. Это не только забивашки. Эй, проброс. А, нет, Санька под... Сейчас Саня получил кукурузку. А, слышишь, да? Это же его кукурузка, это здесь при чем?
Это его кукуруза. То есть как отбивает, так мой сыночек, да. А как это? На проброс выскакивает. Зачем ему кукурузу распихивать? Там что, опасный момент был, что ли? А он побежал, то что проброс должен был быть. Саня выскочил. Значит, не посмотрел игру. Ну вот за это и пихали. Это Димон Теплюк имел такую привычку херню заниматься и пробросы просахачивает. Обычно Саня. Просто Саня проволовит этот момент. Вот неумно тоже вообще, блядь, Том. Санька был в лучшей позиции на уму. Да, да. Воробьев. Дальше. Да. Все, да все, а уже поздно. Лишь секундочка и все, блядь. Да, они теряются немножко, ты что, не понимаешь? В первый состав сразу засунули, блядь. Теряются, пацаны где-то им не дают. Все-таки. Есть такой момент у них. Вообще не умно. Вот. А это умно. Тащи, тащи, Саня, с бросочком, да? Ближе, ближе. На скрюка, да, на скрюка. Ну! С крюка сошла, да, на скрюка сошла, понятно, что. Да. А не, он отработает, молодчик. 17, да, Улемский. Молодец. Ну, немножко меня. Самого удачи не было. Кто-нибудь, помогите, блядь. Ой, да. Он пахает. Пойдем посмотри его. Да. С батей встречал, у меня с батей сколько занимается? Да, он где приезжал, он пару раз. Давай! Спокойно! Ну так, блин, Ваньку тогда подставляет тоже, блядь. Прямо там на нем игрок прям висел. Давай, забирай, да, молодца, рассоситесь! Но, Егор, ну ты, блядь... Да он закрытый был. Да он закрытый на дальний, куда отдай, блядь, он ехал с игроком, ты, блядь. Видео пересмотри потом. Заходи! Так видит, он все так видит. Ну да, ну, дальнее было не вариант. Да только видел. Если назад только куда-то. Так либо а раньше, смысл? либо уже не давай. Да, держи, блядь. Ну это что-то чревато на самом деле. Нас так уже наказывали, вот такие вот движи. Это хорошо. Это хорошо 4-0, блядь, и как бы ничего не решает нам. А так. Конечно, разорвали. Он 2-1 как бежали. Да, 2-1 бежали, да. Сейчас бы какой-нибудь Амур бы, нахуй, все, потом бы вспоминали бы, блядь, кто там где упал, блядь. Хорошо. Шнурочки хорошо, Тимурыч. Не. Молодцы. Тимур лежа. Колян, бегом. У кого, когда? Гнилицкий? Гнилицкий. Колян все же бежать не может. Хватило на середину матча только, да, его. Тренер увидит, побежал. Вот, раз, а не нахер. Не смотрел, да? Спокойно. Оп. Попадать в рамку надо. Угу.
Димон, борись! Молодец, ворочи. Ну, так говорят, что я. Хорошо, да. Да, в ноги. Там коньком только забивать, если. Ну, да. Ой-ой-ой! Он рискованно. Заходи! Ну, пойдет оставление хорошее. Ну! Блядь, вот как он должен был замыкать этот прострел по я воздуху, не знаю, блядь? Кому ты знаешь? Дал? Не, но он давал Усольцеву. Давай, ну там просто он верхом летел, ее замкнуть нереально было. Что за баскетбол, блядь? Головой только, если в прыжке, блядь, из футбола что-то. Так не учили вроде, блядь. Двигайся! Не выбрасывайся, блядь. Помогите, он там тремя, ёпта, с тремя, ну, блядь, там. Вышел, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну куда ты, вон же игрок, ёпта, блядь. Ну, вот ты сдавал Улемскому. Это не Улемский, это игрок. Чему? Улемский 17-й. Нет, 78-й пустой стоял. Да, давал бы Рулемскому, давал. А, ну давай, я говорю, лучше давай. Да, не, ну тогда нет. Да. Она же не вечная. Ну что, он так возит там? Там есть кого повозить. Да, что-то судьи решили не удалять, блядь. Вообще сегодня без удаления, это ага. Тоже зацеп был на нашего. Тут две минуты. Подножка была, блядь. О, смотри. Пока была линия ворот, куда она? Да это, блядь, Егор пас дал в больницу, нахуй. Не надо было так давать. Он принял и сразу встретили его. А Захар принял, и ему похуй, кто перед ним. Вау, блядь.
У него, видишь, не было даже секунды подумать. Он дал пас, его сразу воткнули. А тут сразу побежал. Называется пас в больницу, такие давать не рекомендуется, мягко говоря, блядь. Большинство, да. Ну, глядишь, что-нибудь нарисует, может. Да Корей депрессирует, нормально что-нибудь, может, разыграет. Когда они стояли, блядь? Когда? Пять на три с Приморьем, один раз на перчатке, блядь. Я три крови не писал. Я три крови. Спокойно. Хорошо пошла. Смотри. Ваня, закрой. А что за карта там хуйня занимается? Ну, он, они должны трафик создавать, они здоровые. Егор, вот это зря было. Конечно. Отдай назад. Конечно, вот, ближе. Вот. Ай-яй, это бить. Вот это правильно. Вот это я правильно сделал. Не, ну хули правильно. Да какой мимо ворот бросок, да я хуй поверю, задумано было. Что? Бросок мимо ворот, говорю, задумано. Отскок все равно. Не, отскок же под нет. То, что нет, нет, то, что поехал добивать. Нет, то, что добить, нет, ну как? Да, это не большинство. Как попал, так попало. Дальше добивание. Я недоволен большинством, лично я. Это вы можете свое мнение, конечно. Да нахер нам твое волейбольное мнение? Встань, блядь. Почему не на три паса, блядь, разыграли? Что за херня, блядь? Почему не на три паса? Пошел в жопу, где ты забили, блядь. За 7 секунд до конца, блядь. Вот какое вредное говно, блядь, а, блядь. Проснулся, блядь, какашка подошла. Ага, волейболист, вот на поло еще нам припадает, блядь. А вон Санька знает, да, Санька? Что-то в Сочи, трансбункер, что-то, да, поехал? Второе место там. Ну, место они на Сириус. А мне известно, кому лучше, блядь, первого и второго. Эти на месте, что сборы поехали. На Сириус этот турнир неси. Это турнир, это не турнир, это, блядь, они поедут на сборы. На месяц. Так на сборы? Да. Так это может не... Ты думаешь, что за второе место в ДФО дали? Не думаю, его Наталья говорит, пока она по регламенту смотрела. Сириус, да. Там еще, там этот клубок перетекает, это говно получается. Проще, лучше для Сириуса. Конечно, они дети там штанга, на сборы съездят. Куда ты, Влад, не знаешь? Я, блядь... Я не знал. Ну, директор команды не знает. Да, да, да. Я уже уволился. Да, вентилятор, хули. Директор вентилятор. Да, опять тоже, ну это... И прям в ловушечку. Ну тут, блядь, трафика не было, опять же. Не, прям в ловушку. Бросок прям... так себе, он блядь. Он ее даже не шелохнул, вратарь. Там бросок был. Да и бросок, и трафика не было. Или там, блядь. А это мы раньше этого не видели. Да везде. Везде это было. Да, все. Ну, каждый кузнец своего счастья. Вот у нас сказал, поступилось там что-то. Ой, все.
Хороший был перевод. Назад. По нормальному назад. Закрывай, 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 молодец. Четвертое звено, закрывай. Мишка, так закрывает зону более-менее. Нормально. А на мапе ты ничего не делаешь. Ноги! Приводу у тебя крипно, нет? Где папины высокие ноги? У папы? У папы. Колян, 12 минут осталось. Правый, блядь. Ну, правее был-то угол открытый. Вот если прям туда в паука бы можно было бы. Ну и сильнее, вот, да. Он же мог руку вытянуть. Не, ну я согласен. Сила броска еще не настолько. Да, да. Если там со всей дуэт, как это. Богатырская сюда, да, богатырская это, да. Ну, так, да. Как у Захара был бросок мощный. Ну и не видел он нихуя. Блядь, опять не трафик. Это уже папе нужно, блядь, начинает зарабатывать одно. Не знаю, блядь, что-то только просить хочет. Опять не закрыто, блядь. Конечно, но... Они, видишь, не ходил один. А, Ванька бросил, сейчас я ебану. Вери. Опа. Сахаранич. Вот так он идет, и все запиздили ее сама. Уже второй раз, блядь. А это Ванька или Ванька? А, ну да, это Ванька. Один раз получается Захара пиздили, а второй раз Ханька. Да, да. Порох, ты это как? Молодцы. Ай, Он под добивание подбросил, подавил. Нет, сам что-то забил. Какое? А мне казалось, под второго под добивание. Один сранец, да? Мог бы дать? Ну там так. Спорно. Но... Там нужно было прям в плюшку вязали тоже до игрока. Что выбрал? Выбрал другое. Глянь, глянь, быстренько. Болельщики молодцы, 6-0, они полюс, полюс. Молодцы, вот а понимаю, что родители да. Молодцы, правильно? Вообще, у них вообще не так много игр, но. А у Ромки, видишь, у Ромки получается, а у Ренделя, да, вот у него пацан играет. Вот этот, он не будет, ух ты, что ты он Thank you.
Опа! Не растет кокос у Александра. Колен, ускорение ебанул как конец. Вот так. Да. Хорошо вывернул. Сольчик, сольчик. Вообще не умно. Это уже нехорошо. А я, кстати, слышишь, Мишаньке подбрасывал. Там есть в Инстаграме чувак, Санька Самогонщик. Да, да. Там подбрасывал лимончелку, мандаринчелку, там всегда. Я Санек сделаю. Я это, как у меня будет выгонка. Ну, хочу там все, да? Да, да. А я делал похожее. Да? В Инстаграме, да, лимончелку. На самом деле, именно на самогонщик. Там больше апельсина, чем там же апельсиновая цедра. Слушай, ну можно, знаешь, что-то везде? Я же с ним везде, подпорченный мандарин, апельсин не забрать. Ну, понял, да? Да, снег, да, у меня цедры хватает. Я цедры, цедры. Да, у меня там дети. Мякоть, там же цедры. У меня дети, он все, что едят, я, блядь, практически все сушу. Да, 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 да. Поэтому у меня. Она сушеная лежит долго. То есть. Ну да, и пофиг. Да, цедру от этого. И от апельсина и от лимона, да, и от мандарина, до пизды. Ну, там же главное запах. Запах дает, как бы. Ролик. Получается, ее поставили. Аж два раза. Ну, блядь, на водке, ну 40 градусов. На водке, либо на самогоне. Подожди, да. А почему она тогда по вкусу градусов мало? Да, сахара добавляет. Теряется градус, сахар забирает. Сахар. Уже сахар. Нет, 20 градусов. Вообще родина лимончелло, знаете что, кто? Италия, не? Не понял. Нет, почему она и слабенькая? Почему она и слабенькая? Тогда у тебя 40 получится. Да, получится 40. А как ты снимаешь? Да, причем досок, бросок, не разговор, не идет, блядь, вообще. Так, все тихо. Алкаши, блядь. Дайте, блядь, поставить какие-то детские там записи. Не это сибирское лимончелло, неправильно. Вот это выгодно. А вот неправильно. Снимает лист. Это бегусо там. 6 игроков. У нас есть. Глеб, ну ты чё, блядь? А он что-то не побежал туда. Стрела тренера, блядь. Тренировку не будет.
пятницу. Да видно, видно. Да видно, видно. Двенадцатого была. Опа! Ловушка. А что, он защитил там нападение? Ребята, они уже блин, вторую эту играют. Минуту в таком этом составе. Нападающие, а ты облизывался некогда было. Да? Защитники впереди, нападающие. Больше. Здесь также, видишь? Двенадцатого в пятницу игра. Вечером, да, в 4 часа. 4 часа, да. Закрой! Ну, у них, видать, там тренировка в это время как раз. Да нет, ну так расписали, может, наоборот, нету ничего. Ой, ну что? Дерби. Духовку не открыл. Да, здесь, он нормально. Не, он им бросил, ну, да. Ты между ног бросал. Клюшечку поставил, правильно. А если бы он сыграл, да. Не учили этому, видишь, а Слава не тушанул, ну, не пошанул, ну, с верной ноги, да. Не тушанулся, что там надо. Дай. Давай, беги. 4-4 играли, Саня. Там же удалили. Большинство. Там же удалили за толчок. Ну я, он тонкий, бля. Это тренер. Это тренер от броневого же. Пойдем, ноги, Саша, ноги. Два рыбака, два броска. Защита проебывается. Да, потому что защита нападения. Тимур сначала Марат проебал, потом Тимур, видишь, они. А, там нападающий защита. Хорошо. Ты же видишь, он нападение поставил в защиту. А, Ну а потом вот, блядь, ну, вот. Хули там Влад конверт занес, нахуй. Можно Ванька немножко в нападении поиграет тренер, хули. Понятно все. Потом вот уже защитника первой пятерки за ноздри поумрешь оттуда, блядь. Да, да. Спитака, да, блядь? Надо, не надо, да. Живут там, блядь. Он говорит, не конверт, уже без конверта нашел. А, так, это смс-ка пришла, да, сейчас? Да. В третьем периоде смс-ка пришла тренеру. Не, так пальцем стоит. Он под шапку сует. Автоматом каждый день. Блядь, пропустил я, блядь. Автоплатеж. Как штраф. Ванька только выскочил играть в нападение. Сразу списали. Надо потянуть, блядь, во второй смене тоже выйдет. Ваня, не прищайте, просто смс-ки нет такой. У тебя там баланса хватит, все нормально. А у Велички списали, когда он в основе вышел в первом периоде. У Юли счет, ладно, у Юли списали. Ты закрыт, что я, блядь, игроком, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ну что, скупые уехали тоже, да? Да, они все, бросили. Они куда, вам уже все. Куда? Они играют в телефон, вот Надежда, по-моему. Это у нас областная Надежда. Ну тоже это благо там получается. Ну это областная команда. Форвард это Будейческая, а Надежда это областная команда. Что же есть? Короче, поняли, что нигде не прорваться. Конечно, смотри, сколько сил еще, а? Ну давай, конец смены. Да он с траектории убирал игрока, блядь, там игрок у него убрался. Им виднее, блядь, хуй ты своим водным пола лезешь, да, им виднее. Говори, да. Директор с пауэрлифтинга, Директор команды стоит, блядь, ептума, ты чё, блядь? Вентилятор, блядь. Точно, блядь. А с меня смс-ка не приходит, блядь. Тебя прекращай, блядь. Ты, блядь, вообще слова не имеешь, блядь, ептума. Всё, блядь. Захар, блядь, Егор сказал, ты это защита, пошел вон, блядь, я вперед пошел, блядь, Всегда боролся. Он самоотвержен играет, лишний не играет. Ой-ой-ой. Ну что ты делаешь? Ваня говорит, ну а нахер ваше нападение, я тут отсижусь, блядь. На камбузе, блядь, здесь тут. Папка вроде смс-ки шлет потихоньку, нахуй, нормально, блядь, и здесь хорошо. Я говорю, 4 защитника и Егор у нас. Тактическая. Егор в защите. Не, у него он центрально играет. Время.